Домашний поединок «Сочи» против клуба «Армавир» собрал на трибунах более 2000 болельщиков, которых помимо самой игры ожидало и увлекательное предматчевое действие, а именно торжественная передача в Музей спортивной славы двух новых экспонатов – мяча с автографами футболистов клуба «Сочи», а также памятного фото команды. Футбольная страница открыта в музее по инициативе администрации города в связи с подготовкой курорта, Кубку конфедерации и чемпионату мира по футболу. Все инспекционные визиты, которые в городе Сочи проходят, показывают о том, что город Сочи готов, что все идет по плану, все идет в соответствии с графиками. Ну и, конечно же, хочется отметить, опять же, футбольный клуб Сочи, перед которым ставится амбициозная, но выполнимая, мы считаем, задача. Это к 2018 году представлять наш любимый город в премьер-лиге. Нам предстоит, наверное, пройти очень тяжелый сезон. Ничего просто так не будет даваться, но мы очень надеемся на то, что команда будет создана, по-настоящему создана, не только формально, но и по игровому плану. И если это получится, то мы надеемся, конечно, повысить ее в классе и в какой-то момент играть на тех объектах, которые будут построены к чемпионату мира. В рамках третьего тура первенства России по футболу в зоне юг второго дивизиона команда курорта принимала клуб «Армавир». Именно его считают главным конкурентом сочинцев в борьбе за путевку в первую лигу. Первые полчаса оба соперника делали акцент на игру в обороне. После перерыва ситуация не изменилась. Однако на 65-й минуте игрок «Армавира» Артем Бекетов получил второе предупреждение и отправился отдыхать досрочно. Впрочем, воплотить свой численный перевес в забитый мяч хозяевам так и не удалось. Как итог, 0-0. Безголевая ничья на своем поле вряд ли сделала подопечных Геннадия Бондарука по-настоящему довольными. Как бы то ни было, сочинцы добыли свое первое очко в текущем первенстве.